Что будем банить? Дисперсию какую-нибудь, да? Чтобы не обузили эту вашу дисперсию. Что, давайте будем опять пробовать бегать. Что у нас там по подсейвам есть? Shadow Dance? Ну, Shadow Dance было бы неплохо. Enrage. Last Promise. Ох и лаги. Нормально так лагает. Скуфер. Блин, ну леталка прикольно, но... Ладно, пускай будет. Эх, мой любимый астрал как раз под эту страту. С астралом было бы прикольно. Чувак, ты куда ливнул? Алло. Что-то ливают все, зачем? Зачем он ливнул? Двигайся, с такими способностями ты ливаешь? Удивительно. Блин, рейдж, конечно, было бы хорошо, но... Ладно, там не было трампла, можно было бы взять. А так, конечно, опасно. Сейчас, блин, нужно пытаться дефать первым. Интересно, вот здесь вообще есть шанс? В теории, да? А куда вы так завершаете первыми? Вы их охренели, что ли? Там гречка. Там Фризенфилд. А, нет, он просто деспульсом завершил. Жестко. Что она делает? А, это вот трампл у нее, я понял. Ну а что она делает? Что это за... за мансы такие? Сашка 1209. Нет, не Сашка, Сашак. По-моему, он ошибся. Почему диаболики банят? Не знаю. Диаболики... Просто хорошая способность, которая наносит чистый дэмэдж. Которая может убить легко. Как-то так. Мне недавно забанили палец Леона. Я зашел на Леоне. Хотел пообузить этот магус. Магус не выпал, а потом взял спид-демона. Думаю, ну, сейчас найду палец. Чувак пишет, палец забанили. Я такой, а, понятно. Зашел на Леоне поиграть. Палец забанили. Сейф, конечно, интересный, но не сюда. Сюда как-то, не знаю, даже не то. Блин, у него контуженный, блин. Гонец, воин, Урса, Бравлер. Чувак, что ты набрал?
Можно перезарядку взять. Но пускай будет это. Ну, Зевс с руки тоже жесткий. И Untouchable, и Аркан Аура, и Круза. Сейчас первый скилл найдет, купит шарт. И... Главное, скорость так и увеличить. Все там. Там как пойдет, а тут 3100 рейта, нифига себе. Ясненько. Прикольно. Не дают побегать. Я хотел настакать немножечко этот, но не дают побегать. Сразу плюется, сразу пытается убить. Скуфер. А. Взял силача. Нормально. Так тоже можно. На лавкаче. С переростом силы 2.0 брать лавка, этот, силача. И под эссеншифтом. Тоже верно. Да я не хочу, я уже играл через Джейн Страйк. Не хочу. Спидемон тоже пойдет. Я хочу скорость так разогнать. Ищи до 4. Урон уроном, то... Можно в любой момент найти, допустим, да, и... Там... А таймшейкера найти, тот же самый Overpower, Unleash какой-нибудь. Тоже пойдет. Но таймшейкера добавит больше. Но таймшейкера добавляют, допустим, подвоенное устранение. Хорошо, потому что там он же стакается, перестакивается под Genstrike. Можно иметь до хрена урона. Как раз для трампла имба. Талантик неплохой на 20. Множитель урона то так. Трек, трек. Трек добавляет скорость передвижения, кстати, множитель. Добавим скорость 24%. Ого. Кстати, талантик я забыл точно. Неплохой талантик на увеличение сопротивления магии под трамплом. 25%. Жестко. Еще сопротивление магии. Правда, 7,5%, но в совокупности 25 плюс дополнительные стаки. 25 плюс 7. Уже достойно. Первый ход это нереально имба. Если хотите убивать, если хотите стакать тот же спид демон, то первый ход это просто имба. Да и для абуза дэмэджа любого, да? Тоже торчерки, тоже пульс новый. Хорошая веха. Но, к сожалению, не имба, потому что бывает, что с нее не убиваешь, и все. Получается так, что трампл, фу, не трампл, этот какой, первый ход заканчивается, и все. И минус, получается, минус 80% сопротивления мани. Да, он длится вроде, думаешь, типа 10 секунд, нормально. Но бывает такое, что даже 15-20 секунд не хватает убить. Даже 40 секунд не хватает, чтобы убить, бывает. Я помню, недавно драка была против Бристлбека. По-моему, против Бристлбека. Что время закончилось, шло дополнительное время, у него было, я не знаю, хп 300, и он не умирал. Он просто не умирал. И в итоге он выиграл. Это была жесть.
Урс, а ты что, псих? Нахрена ты первым завершаешь? Ай-яй-яй-яй-яй. Получается, что у нее нет постоянного дэмэджа. Хотя, если бы она купила аганим, она бы его убила. Блин, он отхиливается. Ладно. Что-то я не учел этот фактор. Да, она не пробьет его. Да, она бы его один раз убила, это в любом случае, но... Там как бы логично, сопротивление магии 59%. Свирепость. Ага. У него приросты хорошие. Сила 3,6, хренеть. Блин, увы, увы, как всегда, да? Ты хочешь постакать спид-демона, и находится тот, кто дефает первым. У меня вот недавно была игра, где я выложил Леона через спид-демона. Но там получалось такать очень жестко. И мы дошли прям очень далеко. Ну, палец, Леон, КД, тут сами понимаете, тем более через смоки легко. Через смоки реально легко. Просто изи. Я его не могу ударить. Это, конечно, кошмар какой-то. Не, сука. Ты чё? Это тактика, конечно, через сосалку имбище. Да, я нанес ему урон, но он отхиливался. Подожди, я его один раз хотя бы убил. Я его даже одного раза не убил. Вот беда, конечно. Бывает. Фига себе, там урон залетел. Подожди, он через магус. А. Я уже испугался, думал, откуда еще одна коса, а там магус, ладно. Ну, 24 скорости передвижения, мощно. Во, лаги. Не, урса не убить. Я его не убью. Контуженный. Почему не убью? Потому что у меня нет сейва. Он в итоге нажимает Fate Edict, который я не пробью. Нажимает Enrage, который я не пробью. Нажимает Дуэль в меня. То есть там реально убить невозможно. Даже если мне каким-то образом, каким-то чудом получится, шансов нет. Реально шансов нет, потому что нужно в любом случае искать под сейв. Тоже Shadow Dance, который есть в игре. Вот был бы Астрал, который, сука, забанили. Под Астралом было бы хорошо, потому что под Астралом я бегаю, наношу урон. Хотя бы как-то. Но засейвиться от дуэли нет, нет шанса засейвиться от дуэли. Как? Сопротивление эффектом увеличить.
Я примерно на этот расклад и рассчитывал, но обидно, конечно, все равно обидно. Урса, конечно, имба. Тут главное, урон стакается. Причем дополнительно от воина, в любом случае в двойку. Ой, в тройку, 100% в тройку. Гонец. Даже не знаю, гонец, наверное, в двойку. Может, единицу. Наверное, в двойку. З. Он крипов убивает одним ударом, получается, что ли? Он выиграл? Серьезно? А как в смысле? Что это было, блин? Нормально. Подкручено. Что-то, блядь, пиздец прям подкручено жестко. Блядь, стабильно три косы дает. Вау, блядь. Мне интересно, что он не нажимал обратку, он как будто заторможенный. Что я могу сказать, вот эти вот заклинания, если собрать, допустим, брошку, да, и с Годстоун, они же не стакаются, да? Стакается. Вампиризм стакается? Стакается, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот фейшифт ушел, и все. Фейшифт и эклипс. Ладно, согласен, мощно. Тут, кстати, можно на кучку найти, под трампл как раз. Кучка, ничто, никто не забанил кучку. Кучку не забанили, но редко кучу банят. И в основном никто ее даже не трогает. Ой. Честно, блядь, у меня была игра вообще по-другому. Ну, я как бы по-другому вообще думаю. Я думал через первый скилл леса сыграть. Но у меня не выпало, мне выпадало все, блядь. И пусть снова, и все, не поверили, что не искали. Да что за лаги, ну... Да еб твою мать! Ай, блин, да. Фига себе, тут кучка стоит. Подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все резко взорвались. Мне кажется, если вот так все подойдут к тебе и взорвутся, я думаю, там будет нихрена себе урона.
Так, мне бы, наверное, все-таки... Хотя я не уверен. Блин, а что мне надо? Серьезно, я даже не знаю, что мне надо. Нечестно. Урса просто дает дуэль и убивает одним ударом. Мне нужно нажать кнопку и еще две кнопки. Нечестно. Фигас, я тут завершил. Скоростила. У нее дальность атаки огромная. И фокус. Два фокуса. Наверное, по идее, надо взять броню. Куда же без брони? Вот это лаги, конечно. По-моему, Зевс как-то облажался по полной. Он там явно должен был выигрывать. Сколько же у тебя скорость? 470. Ну, вроде не настолько быстро. Что-то я очень медленно бегаю. Надо Giant Ring, там еще добавится 75 скорости передвижения нормально. Тут пока что 54. Слабенько. Это называется битва кос в игре. Сколько кос в игре? А, всего две? Я думал больше. Чё-то я реально думал больше. Колючки выпали бесполезно. Машина смерти летающая. Нет, бегающая. Блин, дайте хотя бы Unrage. А то у него 2 под сейва, а у меня 0. Ну серьезно. Или Shadow Dance. Чтобы я хоть мог прокайтить, что ли. Тут кайтить нечем. Что это за параша падает? Да. Ти, просто в Shadow Dance ушел и убил. Как же это изи.
Да, рефракшн хорошо. Но бесполезно. Можно мне фулл спрунуть, блядь? Как же лагает. Как же жестко лагает. 70, а 63, 63 скорость передвижения. Да, оно стакается, стакается по чуть-чуть, но очень-очень медленно. Ну ладно. Хотя бы что-то. Конечно, Primal Beast через Speed Demon слабоват. Ну, допустим. А куда он? Не понял, чего он так побежал? Ему Шивы не хватает. Шивы с этого, как его, Бланк Соула. Дракончика, чтобы еще замедлить. Потому что это замедляет скорость атаки, это замедляет. Шива будет замедлять, Дракончик будет замедлять, Бланк Соула будет увеличивать дебаф. И еще сильнее замедлять. Мощно. Будьте здоровы. Спасибо. А мне пиздец. Возьми баш. Как же лагает, жесть. Ого. Сильно. Игра, можно мне под сейф? О. Это, конечно, не под сейф, но ладно. Блю. Just
Кто-то знает. Битва монстров. Урона нет. Ух, мама ми. Там просто писечка ему не хватило чуть-чуть. Блин. Поверю в нее, не знаю. Не знаю, хочу поверить. Блин, чувак, где твоя БКБ? Ну ё-моё. Ладно. БКБ для слабых. Обидка. Хорошо, что у него есть реинкарнация, потому что при убийстве под Балюром я перезаряжаю способности. Вот это прикольно. Еще 400 скорость передвижения. Лучше стало ходить, потому что это так работает с талантом. С талантом прямо без став на трампл. Трампл защищает от замедления цепенения, поэтому я могу перемещаться. Лучше. Вот и Giant Ring. 75 скорости передвижения. Тут уже 90. Тысяча 800 урона с трампла. Да, я могу бегать в куче. Я про это говорил, и вот как раз кучка выпала. Спасибо игре. Не, это не имба, конечно, это не имба, но тем не менее ты снизил урон на 30%, уже прикольно. Но это не имба. Придется один на один оставаться с Урсой. Я с ним ни разу не дрался. У всех проклятие. У всех. Сейчас, если Тинь не выиграет, то тот получит проклятие. Получается а так, да, что ли? Не, не получилось. Не выбил. Я не хочу драться с ним. Он противный.
Это, конечно, прикольно было бы под Джен Страйк. Вау. Да что было? Как она вот так быстро убила? Потому что нет сейва. Классно, нажимает БКБ и Fate Edict одновременно. Дополнительный магический урон 30%. Ого. Что она такая жесткая? За то, что у нее снижение сопротивления магии и куча магии получается. Тут магия, тут магия, тут магия. Тут магия, снижение сопротивления магии, тут магия. Блин, это жестко. Рели жестко. Да какого фига, ля? Убили контуженную. Чем законтрить диаболики? Ну смотри, тебе нужно в любом случае избежать урона. Либо под сейвом. Либо ветрами, там, айн-диск, либо убежать. БКБшка не поможет. Либо увеличить скорость передвижения, чтобы уйти. Ветрами можно задоджить, но ветра 22,5 секунды. Enrage дисперсия. Снижение урона, там, куча, допустим, вот как у меня сейчас куча. Пассивка Бреста, дуэлист. Дисперсия, и все, ты уже в принципе не получаешь урона, и можешь взяв контрмагию, можешь его убить. Просто как ответный урон.
Сколько реинкарнаций в игре? 4 реинкарнации. Так это мне как раз на руку. 9. Я видел там 10 тысяч урона. Хорош. В яме как бежать? Зачем таланта? То есть у меня есть трампл, так я не могу бежать, видишь? Только когда активирую трампл, тогда могу. Просто талант защищает от замедления оцепенения. А это как раз работает с кучей. Куча — это оцепенение. А трампл под талантом может бегать за счет защищает от замедления оцепенения. Короче, какая-то шляпа, но это работает. Вроде как будто своего рода шляпа, но почему-то это именно вот так и работает. То есть, по сути, трампл не может перемещаться при оцепенении, да? Но как раз именно за счет таланта. Работает как-то так. Да-да, точно. Вот и придумал. Данс придумал, мощно. Я мне понравилось. А, что? Говорю, крипам сдохну, спасибо. Ничего не понятно, но очень интересно. GG. Можно попробовать все-таки просто увеличить урон. Потому что чем больше урона, тем я быстрее дефы. Охренеть.
Да уж, это лютая имба. На вехи ни разу не тратил. А, не то взял. Блин, ну хватит замораживать мои способности, ты. Все, позамораживал. Да куда ж вы полетели, блин? Успел.
Да, у DG. Фух, наконец-то, надо в туалет.